Меня зовут Лидия Корсунская. Мне 8 лет. Я люблю петь, танцевать, заниматься актерским мастерством, играть на фортепиано и играть в теннис. Танцую я хип-хоп, ну, разные такие крутые танцы. Не как классика, руки вот так, а крутые танцы, ну, где не надо тянуть носки. Ну, я не девочка-девочка, ну, и не пацаненок, я вот такая, два в одном. Для девочки красота — это... она ей нужна. Не просто так, чтобы быть красивой. Мною восхищается мальчик из класса. Один раз он на 8 марта в этом году подарил всем девочкам по ручке. А мне еще конфету. У меня много друзей. Мои друзья хорошие. Они всегда поддерживают меня. Я хотела бы стать актрисой, сниматься в кино, в театрах, выступать. В школе трех искусств мы устраиваем разные спектакли. Недавно был спектакль «Пеппи длинный чулок». Мы его репетировали год, а в мае был отчетный концерт, где мы пели, танцевали. Ну, не сложно, весело было. Текст, в общем, запоминаю сразу, мне можно даже не смотреть в него, я запоминаю его. Это очень просто. Вот стихи, мне важна каждая роль, мне не важно, кем я буду, мне важно, что я буду играть. Я хочу сохранить это качество в себе. Я хочу быть устремленной. Эта устремленность мне поможет в том, что когда у меня что-нибудь будет не получаться, я буду действовать, пока не получится. Моя мама такая. Я хочу быть похожа на маму. Ну вот.